Что-то, а? Блин, башки все вылетело. Мы 4 сыграли, все в больнице. Давай ненависть как-то. Я забыл просто, как он там начинается. Давай. Через раз, да, забойный, как бы, бля, вокал, ну, как бы, не трудно петь, потому что через раз. Да, чё, давай человек шуруп на поём. Душе, блядь. Душе, мана. Душе, блядь, душу. Знаешь, как в этом? Душе, мана. Давай, погнали, I'm gonna go get some more.
корректно. Были. Ну не без этого хули. Кто не косячит, то вообще ничего не делает. А это сытый голодный не поймет. Что, нормально? Сытый голодный, у которой хз, короче, ты понял, да? Бля, руки потеют, аж палки выскальзывают, сука. Где-то есть. Надо с перчаткой. Не, здесь что хреново, тут должно быть хотя бы вот там, кондей поставили еще один, было бы нормально. Они не грамотно. Че, он мне в спину дует, он мне только продует меня и все. Ладно, пусть. С учетом того, что здесь копья, как, блядь, с собаками. Завтра, прикинь, не разогнешься. Да, да. У меня сестра так продула, она даже двигаться не могла. В окно ехала, короче, машину так высунула. Так, ладно, давай. Ну так помните, да, там чири-чири-чири-чири-чири-чири. Где-то пол репетиции расходиться начинает. Сначала какая-то, блядь, вяло, а в прошлый раз наоборот, блядь. Это, идите вы нахуй со своей войной. Давай, идите вы нахуй со своей войной. We'll be right back.
Во время СДК мы там немножечко... Бля, или мне кажется, да, бля, вокал очень громко, по-моему, да, бля? Да это просто песня такая спокойная. Вообще. Мне кажется, что вообще громче всего, блядь, ушел, блядь. Да, у тебя просто прям ухо ушло. Не, ну это да, тоже, блядь. Как я это тогда? Слышу, я шел. Тогда, кстати, да, надо беруши, бля, попробовать, кстати, блядь. Ну. Не, ну, а я тогда играл, когда это с питерской группы играл, он прям, ну, вокалист перед началом, типа, всем раздавал, типа, говорит, наденьте, блядь, там лучше, типа. Они как бы просто глушат наполовину, как бы, и все. В принципе, не знаю, а может, я в банке слышу еще ноты, ну-ка поиграем. Охуенно прям пить. Знаешь, внутри такая... Сглотил, сглотил! Возле банки на скотч бушан приедался. Ну да, сэр. Я охуенно, я так думал. Поп-панкер, поп-панкер, блядь, знаешь, как это. Блин, совсем дальше. Так, ладно, это. А, ну чё, джижали, нет? Давай, погнали. Блядь, вот эту ноту добавляешь, такие привычки. Мы и так начали, блядь, на сколько лет? 7 минут. Сколько? 7 минут.
Не, ну идите курите, если хотите, что. Сейчас сколько? 8:07. Да, 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 ну мы погнали пока. А то Владик устал. Ну. Не, ну здесь звук, по-моему, получше. Короче, к себе на учение брать, иголку, короче. Реально. Это как его? Будем с тобой тяжкий кони разбирать металл. Слышь, что говорю, это самое. Тут, по-моему, звук лучше, чем там был, да, в этой в синей комнате. Который эконом, типа, один. Да я уже не разбираюсь. Не, ну вот, короче, по мне, как я вот сидел там за барабанами, блядь. Я хоть здесь для вокала, нахуй, слышу, и гитару прошу. А там я, блядь, вообще хуёво слышу. Здесь я слышу. Да. Дело, вот. Улыбочку, пацаны. Улыбочку.